Здорово, братва. Всем, всем здорово. Давайте, подключайтесь. Я норм, норм. Соскучился по вам, решил к вам заглянуть ненадолго. Дельта, да, есть немножечко такое дело. Жирок горит, складочка становится тоньше. Все, короче, как надо, ребят, все как надо. Привет, привет. Мышцы отдохнули, да? Отдохнули. Так, ну что, что вам рассказать? Даже за интернет заплатил ради такого дела. Привет, София. Интернет только не лагай. Сегодня был зад бедра, сегодня были ягодицы, сегодня была голень. No problem, Лаврентий. Вот. Поработал сегодня я очень-очень-очень интенсивно. Были такие качественные, очень, как бы так сказать, широкие выпады, короче. Вот, было много сгибаний лежа, была становая тяга на прямых ногах, были отведения на внешнюю часть ягодицы. И, соответственно, еще отдельно прорабатывал переднюю поверхность разгибаниями для того, чтобы глубины становилось больше. Вот, значит, что еще рассказать? Голень поработал по отдельности каждой ногой. Поскольку я поработал голень, я поработал 4 подхода у меня вышло на каждую ногу. Ну так, хорошо, хорошо, да. Вот, что еще сказать? Гружусь, как обычно. Очень-очень много белка, очень много углеводов. Все по порядку, все как обычно. Вот, ну как-то так, короче, так и день прошел, собственно. Квасипу заезжал, да. Ну, Квасипу заезжал так чисто руку пожать просто. Ничего не подарил, потому что времени не было. Договорились на следующей недельке. Пойдем с Васипкой погуляем. Вот, свожу его в ресторан. Он покушает, а я попью чай. Вот. Да не, мастер, машина это, ну, в августе, не сейчас. Пока я так только обсуждал с вами. Потому что оборотки нету. Так. Вот. А вот и Васипка пришел, кстати. Как вы и спрашивали. Вот он, именинник. Да, так что, короче, с Васипкой на следующей неделе пойдем гулять. Жалко только, блин, он меня хотел тортом угостить, короче. А мне же уже нихера нельзя. Я очень по этому поводу, конечно, распереживался. А, протащи как-нибудь побубнить. Можно побубнить. Смотрел хороший обзор такой. Есть, короче, автоблогерша такая. А, называется Лиса Рулит. Вот. И у нее хорошие очень обзоры на разные машинки. Автомобили, короче. Смотрел обзор на Cadillac Escalade. А, вот. И, в принципе, очень даже был удивлен, что Cadillac Escalade довольно-таки такая машина, не ломающаяся. Надежная, в общем-то. Вот. Меня это порадовало, потому что Escalade-то мне так-то нравится. Вот. Но, соответственно, это только один из вариантов пока что. Не нравится то, что там 400 лошадей и налога больше, чем 60 тысяч. Это, конечно, и бензина будет жрать больше 20 литров. Это, конечно, не очень, если честно, заебись. У Васип на гелик. На гелик у Валерона еще не выросло кое-что, чтобы купить себе гелик. Вот. Ведрами заправлять, да. Фото собаки сзади. Это собака. Раньше у нас была немецкая овчарка. Вот. Умерла эта собака давно уже. Вот. Сейчас уже другая овчарка. И тоже уже много лет. Ну, не то, что много. Нормально, короче. Вот. А та, которая на стенке, собаку звали Макс. Чистокровный был немецкая овчарка. Проблема с Infiniti, нелегковая машина. Ну, Infiniti, ничего не могу сказать, не разбираюсь, не знаю.
Нет, овчарка немецкая на даче живет большую часть времени. Он Васипка все знает, можете обращаться, он все вам расскажет. Ну что вам еще рассказать? Поздравляю с днем рождения. Я думал, сегодня только у Васипа день рождения. Мерседес, это, как бы, я же говорю, я рассматриваю как вариант только Ешку рестайлинговую. Неплохая машина, тоже как бы в раздумьях пока что. Какие конкуренты на Арнольде у меня рассказать? Если честно, я понятия не имею, кто там будет выступать. Вообще. Все, что я знаю, это то, что по любителям там будет Крылов. А осталось, Игорек, на ГЛЕ денег где-нибудь насобирать. Вот. Из наших я знаю только будет Крылов. Кто еще туда поедет, я не знаю. Но, если честно, вы, ребят, не забывайте, что турнир-то международный. Вот. Мастер, а я тебе отвечу на этот вопрос, на самом деле, довольно-таки легко. Я живу в Нарнии, потому что, как бы, я абстрагировался от внешнего мира. Об этом я вам рассказывал еще полгода назад, как бы, да. То есть, это сделано для того, чтобы сосредоточиться на поставленной задаче и работать, не отвлекаясь. Вот, собственно, этим я и занимаюсь. А машина – это для души. Просто для души. Вот. И, ну, машина – это мой фетиш. Мне вот, я люблю всякие разные тачки. Вот. Поэтому это, в принципе, одна из немногих вещей, которыми я могу себя порадовать. Вот такой вот ответ. Так, 221 нравится, но брать его совершенно нелогично, потому что он будет ломаться. Хоть рестайлинговый, хоть дорестайлинговый. Lexus не рассматривается такой вариант, потому что из Lexus актуально брать только джип. Стас, даже не знаю, все зависит от того, насколько сильно. Для начала траксивозином помашься. Вот. Круизер, да, как вариант тоже рассматривается. Значит, что значит в Нарнии? Ну, то, что в маленькой комнате живу, которая похожа на шкаф из Нарнии, в которую, когда входишь, как будто вход в какое-то, блядь, подземелье, короче, или в другой мир. Так. Нет, Прадик мне не нравится. Ну, я поэтому и говорю вам, что Мерседес и БМВ – это такие машины, в которых постоянно будет что-то ломаться, постоянно нужно будет это все чинить, как-то, блядь. Не горю желанием заниматься, блядь, покупать машину для того, чтобы, блядь, заниматься только машиной. Да, Лаврентий, она у меня есть. Туарег – неплохая тачка, кстати, да. BMW X6, неплохая машина, но, блядь, все ребята говорят, не бери, будет ломаться. Ой, Васип, мам, спасибо, дорогой. Нет, бэушку. Сергей, а тебе, как бы, какой интерес в этом вопросе, вот, блядь, ты интересуешься? А твои жена с тобой живут и дети? М? Вот, значит, Volvo, кстати, хорошая машина. Но Cadillac мне реально нравится, что-то там. По поводу конкурентов Васип задал вопрос, опять остановили, соответственно, не дали договорить. Я говорю, вы не забывайте, что там очень много будет участников с других стран, турнир международный, а значит, что мы не можем знать, какого уровня, из каких стран спортсмены приедут. Вот, соответственно, как бы... Кто будет, тот будет. Да это не имеет, по большому счету, значения. Значение имеет, да пусть будут хоть арабы, хоть кто. Значение имеет только то, какую форму удастся сделать самому. Главное, чтобы удалось сделать свою лучшую форму. Все, это самое важное. В любом случае, можно сделать только лучшее из себя. За остальных сказать ничего нельзя. Не так. Где вы там у меня талию-то разглядываете, расскажите хоть. Нет, в комнате никого. Мастер, ты опять за свое, блядь, а? Ну скажи мне, ну что ты, блядь, за человек такой, а? Предплечье, конечно, качаю. Все качаю.
Сколько синтола поставил, блядь? Я даже не знаю, мой маленький друг, что тебе ответить на твой каверзный вопрос. Ты для начала покажи, пожалуйста, где ты его у меня нашел, и мы обсудим с тобой, хорошо? Хуя себе вы, ребят, даете, блядь. Что, реально так уже что-то видно прям? Вы даете. Даже, главное, ну, я, если честно, даже сам не замечаю, что где там уходит, что где приходит, серьезно. Ну, я, конечно, могу вам показать свое чудо-пресс. Здесь темно. Да не, пацаны, не увидите ничего, темно. Темно. Ну, вот так только, если... Игорек, иди нахуй отсюда, а? Спасибо. Не знаю, ребят, что вы там рассмотрели. Если честно, мне даже самому ничего не видно в такой темноте. А теперь пузо для хейтеров. Васип, ты как всегда. Саммер Рэй, ну ты меня сейчас прям как это... Прям... Мне аж неловко стало. Почему вам Васипа стало жаль? Васип стал взрослее. Васип стал мудрее. Что за Аполлон? Валерий Геннадьевич Аполлон зовут. 27 лет, Васип. Жизнь идет мимо, да? Кардио делаю каждый день. Пешком. Надо посмотреть, не смотрел еще водяного я. Да, у Васипа лысина. Кстати, я заметил, что руки суше становятся. Реально, да. Маме зять не нужен. Не понял я этого высказывания. Васипа, ну конечно. Нереально, да. На руках, да? Трицулечку начинает быть видно. Нет, не уменьшился. Посад, я сейчас тебя очень сильно удивлю. У меня вес подрос. Жира стало меньше, блядь, а вес подрос. Ну вот, от чего я сильно охуел, если честно, когда сегодня взвесился. Так что нет, я не уменьшился, я стал больше, наоборот, и жестче, и больше. На полном серьезе говорю. Да у меня вообще организм очень своеобразно реагирует на диету, то есть я на диете, как правило, ну, ладно, не буду пока ничего рассказывать, сами увидите, короче. Да, Васип, есть такие мысли. Так, сейчас на зарядочку. Да, Лаврентий, в точечку. В точечку. Ты попал в точечку. Вот, немножко вот так, ладно, полежу. Ой, не против. Даже и сиськи, да, прям видно. Васик, перестань смешить. Спасибо, спасибо. Растяжку, ну я тянусь, естественно, после тренировки, конечно. Да, мастер, ты просто владеешь ситуацией. Ребята, нормально слышно. Ну да, эта камера похожа, но не настолько. Плюшкой в 13-14, ну тогда только восстановление шло, организм восстанавливался. Это ж не так, чтобы сразу взял он тебе и все вспомнил, и мгновенно восстановил то, что было когда-то. Но это, блядь, требуется время для того, чтобы в кондицию войти. А уж потом, чтобы скакнуть дальше, спрогрессировать. Ну, как бы, все своим чередом, по-моему, нормально.
Да, старые видосы у нас реально крутые. Сам удивляюсь, блин, получалось очень круто. Поэтому, наверное, раньше подписывалось на нас очень много людей. Ну, тогда сходи купи, потому что, скорее всего, он закроется. Честно, меня все беспокоит. Все болит, ничего не помогает. То, что не идет, не тот уровень, блядь, оборота, блядь, из-за которого стоило бы работать. Бургеры в магазе, хороший был видос. Да не ною я, не ною, все, молчу, ладно. Че сразу начинать-то, ну, нормально же разговаривали. Ну, я, если честно, всегда тренил по хардкору. У тебя опять какие-то неприятности с телефоном Софии уже второй день подряд. Да, мастер, блядь. Ну, конечно. Ты у нас большой специалист по секретам. Просто человек-взломщик секретов, блядь. Ай, ты просто очень ответственно относишься к батарее. Я понял. Если я поверну камеру, вы будете на стенку смотреть. Когда бороду, возможно, завтра. О, гонщики ночные пошли, слышите, да? Понеслись красавчики-то.